Всем привет, народ! Сегодня очередные выходные, и второй мой сын захотел тоже на рыбалку. Поедем учиться пробовать ловить крупного окуня, крупного щуку, как он сказал. Мелкую не хочет, поэтому смотрите, что получится дальше. Ну а мы выходим. Берем, ну можешь встать сейчас. Да, правильно, вспомнил. Открываешь дужку, пальчиком придерживаешь плетенку. Вот, она упала. Подкручивай, закрывай дужку опять. Подкручивай. Сначала пальчиком берешь... За нитку. За леску, да, за плетеный шнур. Так вот. Вот эту делаешь так, чтобы она вот, желательно вот здесь была. Когда замахиваешься... Ой. Замах сначала. Надо сделать замах, чтобы он у тебя получился заброс. Покручивай. Замах. То есть берешь еще раз. Что там? Нет. Замах. Замах. Там через голову, либо через верх. Стой. Ой, тихо. Подожди. Вот. Пока держи. Так, раз, вот так замах. Или вот так. Вот так замах. Резко. То есть понял? Вот, молодец. Жди, пока утонет. Вот, все? Берешь? Все? Вот да, когда натяг лески прекратился, теперь плавно крути. Ну, я сидя. Ну, садись, но крути чуть побыстрее, чтобы он у тебя не по дну, а над дном. Проходил. Все, давай. Можешь сидя попробовать. Так. Близко, чтобы поводок не портил удочку. Не подкручивай. О, поклевка. Тихо, не крути так сильно. Не надо сильно так крутить сень. Поймал? Смотри, поймал окунька с третьего заброса. Стой, стой, стой. Как теперь я... дужку отпускай. Так. Все, спину кладешь. Держишь. Ну что, поздравляю тебя. Твой первый окунь. Вообще на спиннинг. Первая рыбка? Не, не первая. У меня еще, ну, куда-то я один раз ловил. Ай, блин. Один раз ловил. Справишься или помочь? Да, можно. Покажи. Руки, пальцы не видно из-за пальцев. Ну, вот классный, да. Ну, ну что, маленького что с таким будешь делать? Ну, не знаю. Давай, я давай. Пусть живет еще. Маленький, да? Побольше поймаем. Ага. Ну давай. Молодец. Просто не хочет. Пускай, пускай, захочет, сейчас уплывет. Ну, поздравляю. Может и наловим. В следующий раз оставим на таранку. Угу. Утка полетела, видел? Ага, я понял как. Вот так вот надо крутить. Да, да. Как ощущение от поклевки? Ну, ну сразу понял, что рыба клюнула? Да, конечно. Потому что у меня чуть не потянуло. Побыстрее, чтобы рядом.
более видно. Ну да, рыба осторожная может бояться. Но не всегда, не вся рыба осторожна. Чайка. Есть. Оп. Вау. Такой же окунёк. Туда кидай. Ну, наверное, побольше чуть-чуть. Побольше? Что, на таранку будем брать? Ну, не знаю. Ну, как скажешь. Ну, не знаю, дай. Не, он немножко маленький. Ну, давай тоже отпустим. Ну, давай отпустим. Пускай. Это окунь? Да, это окунь. Давай следующего, если поймаем такого же. Хорошо. Давай. Двоих. Ты и я отпускаем. Даем первым пойманным, даем жизнь. Пускай зовут собратьев. Все? Вон полотенце, вытирай ручки. То пускай вот такой не может. Такой лежит, а потом вдруг... Была поклевка. У тебя? Да. Карапушка. Есть. Зацепился. Это рыбка. Это окунь. Тихо. Сошел. Ничего страшного, кидай. Что? Кидай еще, ничего страшного, поймаешь. Кто это? Смотри, смотри, птица какая. Что? Что за птица? Не чайка. Ой, Сенька. Тихо. О, хороший был окунь. Хорош. Сильно. Ну, ничего страшного, кидай еще. Поторопился. Что ничего страшного? Сейчас поймаешь еще. Дальше надо было кидать. Не поймаю. Не поймай. Не надо сразу его выдергивать. Он был тяжелый. Ну, клюнул, все, отпусти. Просто вообще убери руку от катушки. Не надо так быстро крутить. Все, взволновался, не надо. Кидай дальше и крути, продолжай так же, как крутил. Все, эта рыба уже не твоя. Что? Эта рыба уже не твоя. А кого? Ты же ее не поймал. Ну, все равно классная, большая была. Клюет. Да? Ух ты. Тяните неаккуратно. Наверное, сорвалась. А нет. Да, что это? Давай. Подводи. Сейчас мы... Тихо. Оп. Ну, вытаскивай. Не, к себе вытаскивай. Ну, ладно. Да, теперь не моя, да. Все, теперь твоя, поймал, вот. Мне кажется, что это одна из... Снимай, самая. Только смотри, чтобы он не прыгнул из-под сачка. Ого. Такой нормальный. Ну, побольше, да, чем те, которые... Возьмем, да? Ну, хорошо. А ты не хотел приманку эту. Ты окуня выставил. Такой, сначала один пару
ты сначала один, к сожалению, не поймал. Потом два. Ну, тут был первый побольше, да? Наверное, да. Потому что я его не мог вытянуть. Тихо. Все. Ну, смотри, какой уже побольше. Молодчина. Есть, я тоже поймал. Кидай туда, где я. Тихо. Надо было чуть дальше, ну ладно. На сетку. Да не, он небольшой. Повезло. Давай. Кидай его. Да ладно, кидай уже. Таранку пойдет. Пойдет? Да. С тараном с тобой. Будем кушать солененькую рыбку. Ого! Уже две рыбы. Хорошее место выбрал. Ой. Ну, леску поправь, вытащи из-под спасачка. Есть, наверное. Да есть! Есть? Ух ты! О, хорошенький. Наверное, хорошенький. Да, блин, сопротивляется. Да, это щучка. Ого, какой хорошенький. Это щучка, Сеня. Первая щучка. Все, дужку на катушке поднимай. Да. Такую щучку надо будет отпустить. Тихо-тихо, зубы. Зубы. Оставим ее, да. Давай. Не, Сеня, она маленькая. Ну, почему? Потому что совсем маленькая. Жалко. Тихо. Я хотя бы подержать. Сейчас дам. Жалко, конечно. Ну, ладно. Ну. Подожди. Ну, давай первую щечку возьмем. Тихо, Сень, не, это совсем маленькая. Крепко держи, она может сейчас начать дергаться. И говорю, катушку подними, катушку, дужку в катушке подними, вон ту. А. Сразу, как только где-то ее поднял. Ой. Сень, ой. Как забрасываешь, вот, да, это дужка называется. Все, клади спиннинг. Сейчас надо ее вытащить на полотенце. Ну, первая щука твоя. Не такая, как у Димы, большая, но все-таки первая. Круто. Давай я отпущу. Поздравляю. Хорошее просто место. Вот, так, смотри. Опа, все. Отпускай куда? Подожди. Ну давай вот сюда. Есть еще один окунечек. Ну, хотя не знаю, как-то сопротивляется так прикольно. Большой. Оп, ушел. Ладно, он не слишком там большой. Ну, такой же примерно, но побольше, самый большой сегодня. Как ты, наверное, такого же выпустил. Жалко, ну ладно. А может, это один и тот же. Ой. Рычка не берет. Попробовал маленького ратлина. Плавающего поставить тоже пока не берет. Возвращаемся к толспиннерам. Кидаем немножечко и собираемся домой. Ладно,
заканчивает ловить азы рыболовной ловли на спиннинг. Младший сын получил, поймал щучку, окуня, пусть не такие большие, как старший, тем не менее, он доволен. Доволен? Вот. Да. Ладно, всем удачи, пока, до новых встреч, и не хвастанешь шивом на рыбалке. Ну, все, поплыли. Смотри на меня.